Всем привет! Мы в торгово-развлекательном центре «Авиапарк», который расположен на территории Хатыженского поля, на месте бывшего центрального аэродрома имени Михаила Васильевича Фрунзе и первого московского аэропорта. Главной достопримечательностью торгово-развлекательного центра, безусловно, является аквариум. Это самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорд присвоен 28 октября 2015 года. Вот он, красавец, перед вами. Высота колбы 20,31 метров. Диаметр 6 метров. Объем 650 кубических метров, половина которого занята искусственным коралловым рифом. Вместимость аквариума 400 тысяч литров воды. Цилиндр аквариума выполнен из сверхпрочного акрилового стекла. Вода в аквариуме искусственная. Ее состав — водопроводная вода с добавлением искусственной соли. Видео снимаю с третьего этажа, чтобы охватить весь этот аквариум. Очень, конечно, высокий. Команда из 6 человек ежедневно обеспечивает бесперебойную работу фильтров и чистоту аквариума. Сейчас аквариум насчитывает 1500 рыб, более 60 разновидностей. В будущем планируется увеличить их количество до 2500. Рыбы привезены со всех концов света, но большая их часть — обитатели Красного моря. Красное море – внутреннее море Индийского океана. Расположено между Аравийским полуостровом и Африкой, тектонической впадине. Красное море – самое соленое море, исходящее в состав Мирового океана. Устал уже держаться, настолько высокий, конечно, аквариум. Размер самых маленьких рыб в аквариуме 8 сантиметров, а самые большие вырастут до 1 метра. Продолжительность жизни большинства рыб 10 лет, а некоторые могут жить дольше 25 лет. Для рыб разнообразна диета. Заказывается специальная еда и витамины. Кормление рыб происходит 3 раза в день. Занимается этим команда аквалангистов. Рекордов Гиннесса. Не только по высоте, я считаю, но и по высоте оформления. Искусственные рифы, насколько это все-таки красиво. Торгово-развлекательный центр «Авиапарк» открылся 28 ноября 2014 года. Общая площадь 400 тысяч квадратных метров. Торговая 230 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим в Европе по общей площади и вторым по арендно-пригодной после торгового центра Уэллсфилд в Лондоне. Все хочется сказать про Москву. Мне кажется, все самое лучшее в Москве.
инвестиции в торгово-развлекательный центр «Авиапарк» составили 1,4 миллиарда долларов. На территории торгово-развлекательного центра работает множество магазинов на любой вкус и кошелек. Огромный выбор развлечений для взрослых и детей. Число этажей 6, включая 2 парковочных на 5000 машиномест. Буквально в 3 минутах от торгово-развлекательного центра «Авиапарк» станция метро ЦСКА. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам самого доброго!